Скажи, с легким паром. С легким паром. Намылась? Да. Классно? Так и не умела. Что, одень штанишки? Все. Намылись, напарились. И за планшет. Да? Да. Без него, ну, никак. Наверное, все дети сейчас в телефонах, в планшетах сидят. Фиг оторвешь. Вот так вот. Ну, это мои петунии распускаются потихонечку. Все, что я сумела вырастить, так это петунии. Больше с меня ничего не получилось. Конечно, первые огурцы. Вот. Такие огурчики. Я уже один огурчик отдала. Как бы не шлепнуться. Отдала парню. Молодому парню. Потому что высмотрела в интернете, что надо первый огурец отдать мужчине. Но я не мужчине отдала, а парню отдала. Как раз с сада приехала в киоск, и у меня он был первым покупателем. И я ему решила подарить первый огурец. Он, конечно, очень обрадовался. И сказал, что они очень любят огурцы. Так что вот как-то вот так вот. Тут вот такая вот песочница. У нас сегодня пасмурно. Солнышка нет. Ну и банный день у нас сегодня, как обычно. Скраб. А скраб я забыла, который купила в фикс-прайсе. Вот такая я ворона. А домой нифига не едем. Потому что мне сейчас позвонили. И понадобились кому-то шарики срочно. Поэтому после бани я еду домой. Фу, еду в киоск качать шарики и повезу шарики с доставкой. Так что работаю, не покладая рук, скажем так. Пойдем качать шарики. Вот, накачала шарики вот такие вот. Ребенку завтра исполняется, видимо, 3 годика. Вот. И вот срочно попросили шарики накачать и привезти. Поэтому, естественно же, я не отказалась. Деньги не лишние. Тем более я на колесах, за рулем. Почему бы и не привезти шарики? Вот такая красота. Сейчас увезу. И буду отдыхать спокойно. Ну а теперь уже на самом деле. Всем пока-пока. Спасибо за просмотр. Новенькие, подписывайтесь на мой канал. Я целую.